Что я делаю, чтобы держать себя в форме? Меньше ем, как говорила наша прекрасная Майя Плисецкая, жрать надо меньше. Это абсолютно четкая правда. Во-вторых, это постоянные нагрузки, это постоянные физические нагрузки, постоянный спорт. И, соответственно, чем больше ты двигаешься, чем больше ты работаешь, тем больше активного, чем больше ты ведешь себя активный образ жизни, тем больше твое тело говорит тебе спасибо.